Товарищ Киров, человек, имя, регион. Выставка с таким названием открылась сегодня в Диораме. Экспозиция приурочена к 135-летию со дня рождения известного политика и революционера Сергея Мироновича Кирова и к 85-летию образования нашей области. Какой вклад Сергей Киров внес в развитие промышленности Советской России и своей малой родины, расскажет Ольга Мартынова. Именем Кирова назван архипелаг в Карском море. Многочисленные поселки, города, улицы, площади, городские районы. Его именем назван и наш город. Но что мы, кировчане, знаем об известном политическом деятеле? В 1886 году в Уржуме в бедной рабочей семье родился Сергей Костриков. Псевдоним в честь персидского царя Кира он взял гораздо позже, будучи революционером. Через тюрьмы и лишения Сергей Киров прошел сложный путь к высоким партийным постам. – В качестве первого секретаря партии в Азербайджане он успешно руководил реконструкцией нефтяной промышленности, а в Ленинграде – созданием топливно-энергетических предприятий. И неудивительно, что Старую Вятку, когда-то окраину Нижегородского края, в 1934 году стали называть именем Кирова. Сразу повысился его статус. Киров стал на виду. Стали строиться новые предприятия, модернизироваться старые. Предприятия появились союзного значения, как комбинат «Искош», комбинат школьного оборудования «Кутшо». Стал самым крупным комбинатом в Европе. Политическую деятельность ближайшего соратника Сталина историки оценивают по-разному. Одни называют его героем, отстаивавшим интересы трудящихся. Другие упрекают в организации расстрелов мирных граждан. Но все сходятся во мнении, что Киров был блестящим оратором. Сергея Мироновича называли «народной трибуной», «глашатаем советского века». В своих выступлениях он отстаивал идеи коммунистической партии и осуждал врагов ленинизма. Его речи были яркими и образными, а в зале царила полная тишина. Самая определяющая наука нашей истории, которая называется марксизмом и ленинизмом, этой науке мы обязаны всем, в основном и решающим. Познакомиться с историей жизни Сергея Мироновича может каждый кировчанин до 12 декабря в музейно-выставочном центре «Диорама». Ольга Мартынова, Александр Нестеров, Бюро новостей, Давича.